Всем доброго здоровья! Я уже рассказывал как-то о нейросети Ideogram. Я ее давно уже приглядел. Но тут буквально неделю назад, вот 28 февраля, она вышла, можно сказать, официально в релиз. До этого она была как бета-версия. А теперь она уже не бета-версия, а настоящая, как бы, нейросеть. Кроме того, были тут недавно новости, что в нее большие инвестиции, и она становится прям очень крутая. Поэтому я... Так, ну здесь я вам показываю, какие есть вот в Дискорде у нее разделы. Сначала она была хороша тем, что... Так, вот сейчас мы зашли в саму сетку. Тем, что на ней можно было хорошо генерировать слова, разные буквы, правда, только латиницей. Ну, это немногие нейросети делали, хорошо, Дели, там еще. Леонардо, по-моему, так до сих пор не умеет. И вот теперь я решил ее снова затестировать, стала ли она лучше и насколько. Давайте еще в топ заглянем. Ну, она и раньше прекрасно рисовала. Сейчас тоже делает все отлично. Так, давайте зайдем в мою... Так, это вот мои старые разработки. И вот давайте сейчас посмотрим все. Так, здесь вот сколько осталось. Сколько я сегодня использовал, сколько осталось промптов. Я решил сделать клип на туристическую песню Патокиных. Мы идем туда, где ветры. Вот я уже несколько как бы сгенерировал картинок. По-моему, прекрасно генерирует. Так, давайте я сейчас еще раз при вас это сделаю. Лыжня через зимний лес, пурга, видны горы. И я, по-моему, вставил просто фото. Значит, вот здесь можно включить Magic Prompt, не помню, был раньше такой или нет. Три вида изображений, модель. Ну, естественно, 1.0 сейчас ставим. И давайте сгенерируем. Ну, генерирует как бы быстро, не быстро. Это зависит еще от интернета. Кусочек клипа я вам покажу после того, как мы все закончим, а весь клип потом будет отдельно. Так, что-то... Ну, давайте пока глянем предыдущие. По 4 изображения генерирует. Смотрите, прекрасные картинки. Тот же промпт был. Мне очень нравится. Так, ну и вот сгенерировал сейчас. Ну, чем-то похоже. И это, может, не совсем лыжня. Здесь вот немножко косячок. Правда. А вот и лыжник даже идет. Вот хотел еще раз обратить ваше внимание на эту нейросеть. Так что я с вами не прощаюсь. Живите в гармонии с нейросетями. Живите в гармонии с природой. Ну, тут что-то ужасное, конечно. Люди творят. А на Земле быть добро.
Мы идем туда, где ветры, где леса стоят стеной. Под ногами километры, килограммы за спиной. За спиной такие люди, с ними просто благодать. И за что нас только любит и не хочет отпускать. Это просень между сосен, ярче день ото дня. И уносит голубая лыжня. Если очень мы попросим, то Щербатиной скал улыбнется нам Урал, улыбнется нам.